Зорница 2.0, уверены организаторы, состязания позволит подрастающему поколению получить необходимые навыки выживания в экстремальных условиях и оказания первой помощи. По замыслу проекта «Движение первых», обновленная игра станет важным элементом патриотического воспитания молодежи. Это Зорница. В наше время немножко по-другому в формате проводила. Мы и бегали, и прыгали, и погоны срывали. Здесь немножко в таком, в щадящем режиме, я бы вам сказал. Вот. Но в любом случае дети должны быть чем-то заняты. Вот. Поэтому здесь мы посмотрим их выправку, посмотрим смекалку, на что они способны. Вот как-то так. Вот. А дальше будем видеть. Конечно, хотелось, чтобы наши ребята на региональном уровне заняли призовые места. Площадкой для проведения игры стала Видновская школа номер 10. После построения отрядов и дружного исполнения гимна России команды отправились выполнять испытания. Благодаря знаниям, ловкости, выдержке и, конечно же, боевому настрою, старшеклассники успешно проходили все этапы соревнований. Методика заданий для этапов дана от федерального отделения общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», но с пометкой, что каждый округ может вносить свои изменения. Мы внесли изменения в этап «Полоса препятствий», адаптировали под те возможности, которые имеются у нас в муниципалитете. Знание отечественной истории, оказание первой медицинской помощи, спортивная подготовка и полоса препятствий. На всех этапах ребятам необходимо было продемонстрировать свои лучшие качества. Правый. Левый. Левый. Участники из Видновской школы номер 11 уверены, что залог успешного выступления – это регулярные тренировки. Пришли самые сильные, самые уверенные, самые мужественные. Занимались строевой подготовкой, занимались сборкой-разборкой автомата, занимались медициной, первой помощью. Нужно быть сильным духом и, ну, конечно же, готовиться. Все равно важна и теория, и практика. А вот Роман Душкин, капитан команды школы поселка Володарского, считает, что главное – взаимопонимание в коллективе. Мы из разных классов, но в одну школу учимся, друг другу помогаем. Вот. Ну, на всякие разные мероприятия ездим, на спортивные, на военно-патриотические. Все ребята у нас достойные. Вот. Думаю, сегодня первое место обязательно займем. И Роман оказался прав. Победителем муниципального этапа стал отряд Володарской школы. Теперь ребята будут представлять Ленинский городской округ на областном этапе Зорницы. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.